поселке Максатиха прошел 4-й спортивный праздник сельских физкультурников Калининской области. Самыми примечательными оказались, пожалуй, соревнования трактористов и шоферов. Такие состязания впервые включены в спартакиаду. У шофера была довольно сложная задача. Проверить мотор. Поднять домкратом машину и проверить колесо. Пройти в узком пространстве, не нарушив границ. И последний бросок перед финишем. Особенное оживление вызвали силачи-деревики. И молодые, и более солидные. Победителями соревнований оказались хозяева, команда Максатихинского района.